Всем привет! Сегодня покажу, как быстро, удобно и просто в Photoshop сделать метрику. Сегодня одно из пожеланий заказчика – минимум лишних деталей и украшений и наличие Микки и Минни. Поэтому первым делом ищем подходящие картинки. В любом поисковике вводим свой запрос и из множества предложенных вариантов выбираем те, которые нам подходят. Далее создаем в Photoshop новый документ. У меня это формат альбомного листа А4. Открываем сохраненные ранее картинки и, зажав левой кнопкой мыши, перетаскиваем на будущую метрику. Переворачиваю картинку по горизонтали, чтобы она смотрела в сторону данных малыша. Далее текст. Я обычно использую 2-3 шрифта и столько же основных цветов. В данном случае буду брать 2 цвета текста и 3 шрифта. Хотя изначально планировала использовать только 2 шрифта, но именно врожденному мне хотелось видеть прописной заглавной буквы, поэтому третий шрифт подбирала именно под эту букву. Работа с текстом в данном случае однотипная. Вводим текст, подбираем шрифт, его размер, цвет и положение. При вводе веса малыша добавляем обводку, чтобы данные не сливались. Сделать обводку можно дважды, щелкнув по нужному слою справа. В появившемся окошке отметить галочкой «Обводка», при необходимости поменять цвет и размер и нажать «Ок». И в заключение добавляю немного сердечек. Для этого создаю новый слой, переключаюсь на кисть, выбираю нужную мне в виде сердечка. Кстати, такие кисти можно бесплатно скачать в интернете. Выбираю цвет и размер и проставляю сердечки на метрику. Сохраняю в формате JPEG, метрика готова. Аналогичную метрику делаю для девочки. И вот что у меня получилось. Если это видео для вас было полезным, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Если остались вопросы или есть пожелания, пишите их в комментариях под видео. А я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!